Приветище, космонавты! Мы находимся в космосе. Вот это вот все, что ты видишь, ошметки моего прошлого корабля, его бомбануло. И я единственный выживший, как ты понимаешь. Это выживалка в космосе. Ух, как я далеко улетел от своей единственной базы. Это все, что у меня сейчас имеется. Там две платформы, одну из которых я построил. Я поставил там, да давай, взлетай поближе к платформе. Я поставил здесь сундучок, стопэ, сундучок. А вот этот модуль, он тут уже был. Это модуль для крафта. Единственное, что у меня здесь осталось. Вот это нежилая планета. Это фиг пойми, что за планета даже, без понятия. Все, что мы можем сделать сейчас, это двигатель корабля. Здесь нужен... чего? Армириум, металл, процессоры. Господи, где это все взять? Кузьки, ну что ты, Машку. Я вообще без понятия. Здесь задание есть у меня, карта доступа первого уровня. А как мне ее сделать, если у меня даже корабля нет? В общем, продолжаем выживать. Будем крафтить корабль, будем собирать двигатель. Ну и, естественно, долбить камни, метеориты. Как отсюда выйти? О, наконец-то. Слава богу, аллилуйя. Значит, что нам сейчас нужно? Вот, смотри, у меня же есть кирка, которая уже почти сломалась. Мы сейчас подлетим вот сюда, вот к этому странному метеориту с красными камнями, возможно, атриум именно здесь. Стой, тормози. Напоминаю, если я на скорости налечу на камень, либо на какой-то лист железа или еще на что-нибудь, я нафиг сдохну. Потому что тут нереально мощной скорости, я до 200 км в час разгоняюсь, ты представляешь? И это еще не максималочка, это минималочка. 200 км в час, и вот эта вот туша, мясо летит, и если во что-то оно врезется, то, соответственно, туша превращается в фарш. Этот сигнал означает, что у меня кончается кислород, надо вот кислородик взять. Как я выяснил, камень я сломать не могу, где я думал, что атриум. Почему? Без понятия. Пополняем кислород, который мы подобрали. Вот так вот, жить уже можно. А, нужна еще еда. Так что посматривай, если видишь ящики с едой, там пицца летит, стейк, так что кричи мне. Вот, пожалуйста, смотри ящик. Сейчас я его подберу. Опа-на, что мы там подобрали? Сломанную какую-то фигню, резину. Все, в принципе, фигня какая-то. Ладно, полетели, мы сейчас железо наберем. Разломаем вот этот лист. Я его должен сломать. Вон та вот штука, мне очень интересно, что это такое. Прямо дико интересно. Так, давай вот эту штуку разломаем. Раз с камнем не получилось, то железо-то точно получится. Да, железо можем ломать. Ломаем. Вот так вот. Куча металлолома сейчас заберем с него. Отлично. 4 металла. А что там для крафта-то нужно-то вообще? Что я еще хотел скрафтить-то? Чертежи. Чертежи у меня имеются в сундуке вон там, вот на моей платформе. Полетим сейчас вот к этой штуке, посмотрим, что это такое. Очень дико интересно. Похоже на какую-то... Ну, это как бы понятно, что это часть корабля. А, тоже кусок железа. Ладно, раскурочим его, давай. Ломайся. О, я его, кстати, долбил когда-то. Ничего ж себе, он и ранее привлекал мое внимание. Раздолбить кусок железа, чтобы получить железные деньги, чеканной монетой, заплати ты космонавту. Получил кучу всего. Провода, кабеля, железо, естественно. Это что? Это тоже железо. Еще ящик с едой. Ящик с едой мне нужен. Ящик с едой. Ты где-нибудь тут пролетишь мимо меня? Смотри, мой зоркий. Вон. Зоркий глаз. Два ящика, что ли? Серьезно? Надо их схватить. Главное, чтобы это не канистры были. Канистры? Давай. На скорости. Опа-на. Да, еда есть, но она попала в рюкзак. Чтобы попасть в рюкзак, мне нужно на мою платформу попасть. Отлично. У нас есть мясо какое-то. Там печеньки, по-моему, и... Я думаю, что надо лететь обратно к нам на базу, облетая все обломки. Я уже где-то во что-то вляпался, во что-то впечатался, у меня 77% от 100 осталось. Это плохо. Медиков здесь нет, медпункта тоже нет, травмпункта тоже нет. Тут ни хрена нет. Ты же в космосе, е-мое. В пустоте, считай. Где куча обломков, это, конечно, радость. Вот, все, выкидываем все, что мы набрали. Ну, во-первых, канистру... А, это пластик. Я думал, канистра с бензином, конечно. Какой бензик, ты о чем? Значит, перекладываем еду, сейчас пожьем. Нормальненько. Вот это вот я не помню. Печенька, это тоже печенька. Электронику мы вот сюда перекинем. Значит, давай пожрем. Вот так вот. Съедим стейк мясной. О, нормально. Еще печеньку давай захомячим. Еще бы нет. Шикар. Ящик, стой. Давай, полетели. Ящик там по-любому... А, он слишком быстрый, я его уже не догоню. Ладно, займемся чертежами. Надо еще платформу здесь отстроить и понять, где достать этот атриум, или как он называется-то. Стоп. Как меня шатает, как алкашоночка в космосе.
Так, значит, да, Атриум Метал Процессор. Процессор, как нам сделать процессор? Мы можем его здесь сделать? Электроника, это неинтересно. Генератор. А, вот, кусачки могу. Бур. Для бура... Бур... Погоди, бур... Я не могу сделать, видимо, надо открывать как-то эти все штуки. Рецепты, компоненты. Да. Все это дело надо... А, подожди. Чтобы сделать кусачки, нам нужны провода 25 штук. Ох ты ж, нифига себе. Так, металлолом 15 штук, чтобы сделать электронику здесь я мог. Окей. А черт, кислород кончился. Так, за кислородом. Сейчас за кислородом, по пути железо собираем. И вот к этому камню хочу подлететь еще на всякий, попробовать. Я его реально не могу колбасить? Реально не могу колбасить. Как так? Стоп. Сейчас еще поближе подлечу. 19% кислорода, а я тут с камнем все разбираюсь. Камень. Можно я тебе подолблю? Не, не долбится. Кстати, я пожрал, и у меня здоровье восполнилось. Это прям радостные новости. Это вообще шикарно. А дайте кислородику, пожалуйста. Стой, тормози. Вообще глупо говорить «тормози в космосе». Это очень тяжело сделать. Но когда у тебя есть кислород, это возможно. Да, взял. Взял. Все, у нас есть 5 канистр кислорода. Баллонов, точнее, не канистр. Все, этот противный звук больше меня не достает. Мы можем заняться поиском ящиков. Вон летит, кстати, ящик. И возвращаться на базу, чтобы сделать чертеж и электронику. Ну и, конечно же, кусачки. Интересно, для чего нам нужны кусачки? Здесь, в принципе, прикусывать пока что нечего. Опа-на! Что я взял? Мясной стейк, 3 штуки. Да блин, нафига мне мясо? Мне бы железо побольше. Ладно, пойдем железо добудем. Вот, смотри, тут куски, кусманы просто огроменные. Железо. Чё бы их не расколбасить, правильно? Тормози. Подлетаем. Дубасим. Я уже очень долго хотел сказать. Ну как долго? Я с прошлой серии уже хочу отстроить себе хотя бы чуть-чуть корабля. Включить там гравитацию и нормально побродить. Металл. Металл-пластик. Металлолом. Ну в принципе по металлу вроде бы все, чтобы... открыть чертеж электроники. А еще у меня кирочка, молоток сломалась. Почти. Что там нужно для кирки? Это резина все-таки. Вот, резина есть у меня. Давай сделаем. А, 4 штуки. А, 5 нужно, блин. Ладно, в топку. Займемся этим позже. Я могу сейчас сделать электронику. Добавить. 5. Отлично. Я его крафтить могу теперь, да, видимо? Да, точно, я могу его теперь крафтить. Значит, нам сейчас нужно срочно кирку сделать. Печеньки нашел. Не, печеньки не будем пока хавать, у меня все на фул по еде. Пойдем, значит, металл долбить и получим тем самым металл. Вот, вот этот вот кусманчик жирненький, давай. Давай. Не улетаем, долбим металл. Все, кирка сдохла. Посмотрим, хватит ли мне на кирку. Хватит, но нет резины. Нужна резина. Видишь желтую резину? Да. Я тут в космосе-то обломки уже перестаю видеть, только камни кругом. Резина. Почему-то кажется, что обломков становится меньше. Неужели я столько уже всего понасобирал? В карманы напихал. Вот это что это? Какая интересная штука. А, это шасси, слушай. Как у шаттла. Как у самолетов. О, резина. И мне нужна. Червячочек желтый. Иди сюда. Иди сюда. Давай подлетим к ней. Ускоряемся. Главное не врезаться. Хватай. Взял? Да, взяли. Отлично. Все, можем кирку сделать. Создать. Чудесно, у меня есть снова кирка. Пойдем ломать опять металл. Вот какое удовольствие киркой молотить землю, как в Майнкрафте. Не то, что в космосе железяки курочить. Вот кто бы мог подумать, что киркой можно еще и металл добывать из обломков корабля, да? Это же вообще. Обычно для этого используются другие инструменты, например, лазерный резак. Согласись, да? По-моему, это более гуманный инструмент, чем кирка. Вот серьезно, какой металл я могу добыть при помощи кирки, ломая металлическую панель? Не знаю. Да я только дырки могу сделать ей. Дырявая панель снабжает меня пластиком, проводами и металлоломом. По-моему, мне достаточно. И у меня снова уже кирка сломалась. Сейчас я еще вот эту панельку сломаю. И мы возвращаемся на базу. Ух ты, посмотри, сколько я железа-то набрал. 34-36 железячки. Это прям достойно. Сейчас за этот успех нужно съесть печеньку. Я заслужил, думаю. Вот, отлично, поощрил себя. Все, я пролетел панель ее корней. Так, возвращаемся обратно.
это очень стрёмно, когда ты пролетаешь свой дом на нереально высокой скорости. Значит, что мы можем сделать? Ну, во-первых, давай я чертеж использую все-таки, который у меня вот здесь вот лежит. Надо бы расшириться. Листов у нас достаточно, можем расшириться. Значит, что мы делаем? Что мы делаем? Ну, давай вот так вот сделаем. О, отлично. Платформа дополнительная. Сюда можно еще один сундучок поставить. Что мы тут можем скрафтить? Стой, 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 стой. Мне надо остановиться. У меня опять кислород кончается. Крафт, 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 крафт. База данных. Провода, значит. Окей. Провода изучаем. Вот так вот. Готово, болты могу теперь делать, процессоры есть, процессоры нам нужны для двигателя, ага, есть такое дело. Снова этот беспонтовый пищащий звук. Значит, провода, у меня там есть парочку проводов, закидываем сюда, все, что у меня есть для кусачек. И для генератора нужны болты, окей. Поехали выживать. Кислородный баллон. Вот он летит прямо передо мной. Давай, снижайся и а, нет, это металл. Вот эту штуку тоже надо забрать, пригодится. Черт, 14% кислорода. Либо я сейчас найду баллон, либо я сейчас задохнусь. Либо я потеряюсь в космосе. Вот он, баллончик. Как же это хорошо, что здесь куча кислородных баллонов. Считай, как будто не в космосе, а на Земле живешь. Вот так вот, чудесно. Скоро жрать, кстати, захочется. Значит, продолжаем добывать провода. Провода и... Какой огромный кусман корабля. Пойдем-ка его попробуем разобрать. Мне нужны провода, электроника. Ну, провода, электроника — это одно и то же. Вот он, кусман здоровенный. И железо в огромном количестве. Смотри-ка, раскурочить эту штуку я не могу. Видимо, бур нужен. Черт, такой соблазн раскурочить этот огромный кусман корабля. Но нет. Ладно, что-нибудь рядышком с ним раскурочим. Вот, например, вот эту вот штуку. Давай-ка, остановочка. Давай-давай-давай-давай. Опа. А вот это можно. Раскурочим. Иху, ты посмотри на мою скорость, 300 км в час я смог преодолеть. Скоростной... Ой-о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 й-
туда. Черт, я сейчас откинусь. Блин, я сдох от радиации. Возродиться. Ну чё, я набрал кучу барахла, раскурочил кучу металлолома. Давай соображать, что делать дальше. Проводов, к сожалению, вообще мало попадается в металлоломе. Ну что, как бы логично. Значит, закидываем сюда оставшиеся провода. Черт, еще 4 осталось для кусачика, потом я смог бы бур открыть. Но зато у меня куча железа, ну металлолома. Сейчас болты откроем, и вот сейчас еще и процессор откроем. Все, рецепты компонентов я все исследовал, это балдежно. Значит, чтобы открыть генератор, мне нужны болты. Что там для болтов? Ну, конечно, наверное, железо нужно. О, у меня есть, я могу сразу 2 болта сделать, прикольно. Во-во-во, и мы их сразу скидываем сюда. 10 болтов, правда, надо? Ну ничего, сейчас сделаем быстренько. Ну все, наконец-то, барахла достаточно, чтобы сделать кусачки. Аллилуйя, я теперь могу их делать. Сразу же закидываем в бур, сколько там у нас есть. По болтам пока ничего, мы сейчас их сделаем с тобой. Так, кусачки, я хочу почитать кусачки, для чего они, зачем нам кусачки? Соединяясь с генератором, чтобы работало. То есть, подожди, кусачки работают как соединитель? Как бы, ну, само название кусачек говорит, что они что-то обкусывают. Нафига что-то ими соединять? Просто фейспалщи. Ну ладно. Даже логичнее была бы отвертка для соединения чего-то, чтобы скрутить там, да, или паяльник, я не знаю. Но чтобы кусачками что-то соединять. Ну хотя кусачками можно провода оголить. Ладно, что-то я уже в электрику полез. Так, значит, нужны провода, резина, и будут у меня кусачки. Но генератора у меня нет, поэтому кусачки нам пока тоже не нужны. Но у меня есть куча железа, что позволит мне сделать кучу болтов. Для электрики нам нужна пластиковая часть, алюминий, электроника. Угу. До процессора нам еще далековато. Ладно, значит, делаем болты как можно больше. Вот, 10 болтов нам, в принципе, достаточно. Кислород, жеванный торт скончается. Хорошо, значит, болты вкидываем, и будет у меня генератор. Теперь у меня есть возможность сделать генератор, соответственно, нам понадобятся кусачки. Генератор для чего? Перерабатывает пластик в энергию. Ты представляешь? Нужно куча болтов, электроники и металла. Что у меня там по электронике? В сундуке есть что-нибудь? В сундуке у меня борода. Резина, кстати, есть. Резина, это хорошо. А, электроника есть, кстати. Это хорошо. Ладно, пойдем кислород поищем. Нужен кислород. Надо еще похавать что-нибудь. Сейчас. Я наконец-то научился добираться до своего рюкзака. Заходишь, короче, в крафт-сумку, и вот ты в ней можешь перемещать еду, например.
Сейчас пожрём, так и зрядненько. Вот, место под кислород освободили. Кислородный баллончик. Вот еще, кстати, резину надо забрать. 12% кислород. Какая резина? Ищи, ищи, ищи. Кислород, а то сейчас сдохнем тут от кислородного голодания. Вот. Вот кислород, слава богу, слава богу. Иногда мне кажется, что вот все, что я тут засрал, да, обломками. Ну, это, конечно, не я, но все равно это мой мусор от моего прошлого корабля. Мне иногда кажется, что я так изрядненько тут все почистил, убрал кучу металлолома. Вот смотри, вот так вот смотришь, вроде чисто, да, куча камней, ну, конечно, металлолом все равно есть, а вот так вот поворачиваешься, а тут еще больше его. То есть здесь я изрядненько так поработал уборщиком, ну, если можно так сказать, этим, как его, дворником, подубрал немножечко космос, но все равно. Материал тут еще дофига летает. Ух ты, какой кусман проводов летит. Надо бы его подобрать, давай хватай. 3 проводка, балдежно. Ух ты, смотри, я наконец-то почти долетел. Почти долетел до будки корабля. Нифига ж себе. Давай-ка ускоримся немножечко. Сейчас я до него долечу. Там что-то можно отколупать, походу. А, это антенна. Это не будка. Стой, 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 тормози. Ты мертв. Я убился об какую-то будку, радиобудку. Твою ж налево. Ну, я, по крайней мере, быстро очутился дома. Давай закинем все провода в наш чудо-бур. Добавить провода, добавить. О, генератор кислорода. 12 болтиков надо. Почему бы не сделать? Делаем болты, благо у меня железа сейчас дофига. Вот так вот. По генератору, давай генератор сразу сейчас создадим. У нас есть теперь генератор. Ничего себе, ты представляешь? А он нам по-любому нужен. Вот мы его здесь и разместим тогда. Стой, 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 стоп, стопы. Так, вот так вот его здесь размещаем. Он перерабатывает пластик. Пластика у меня вагон вот здесь вот. Я его забираю. Сейчас я вкину его сюда. Тормозим. Есть. Все, генератор у нас теперь работает. Что там значит дальше? Кислородная вот эта фигня. Туда нужно 12 болтов, у меня 7. Закидываем болты. Еще можно сделать. Где у нас болтики? Болтик. Создать, 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 создать. У меня нужно еще 7. Вот, есть. Готово. Что нам нужно для кислорода? Электроника и сам кислородный баллон. Ледяные сухари, но это капец. 2% кислорода, а я даже ни один кислородный баллон не встретил. Я сейчас задохнусь. Неужели я весь кислород здесь нашел? Стой, 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 стой. Вот он, вот он, вот он. Кислородный баллон, иди ко мне, у меня сейчас здоровье будет отниматься, блин. Давай, шустрей, 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 шустрей. Есть, кислородный баллон, вдыхаем. Фух, успели, успели. Так, 29% мне этого будет достаточно, чтобы вернуться на мою платформу, сделать кислородную станцию и нанюхаться кислорода. Все, генератор кислорода, я его сделал. Я его могу поставить куда? Вот здесь вот я его могу поставить. Вот таким вот образом. Кислород кончается. Поворачиваем его, давай. Давай, 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 поворачивай его. Вот. Ну, допустим, вот так вот пускай он стоит. Он, кстати, на роликах, можно его перемещать. Я не могу его пополнить, мне нужно его как-то подсоединить. А где кусачки? Я кусачки сделал? Кусачки я не сделал. Ну что, все, все, все. В этот раз точно все сойтись должно. Пластик я убираю. Делаем кусачечки. Вот, теперь они у нас есть. Кусачки, соединять генератор, чтобы что-то работало. Окей. Сейчас попробуем. Значит, кусачки перекидываем сюда. Пластик тоже сюда. Берем кусачки. Значит, мы берем от генератора. Я, видимо, должен зажать что-то или что? Вот оно как. Так, все, проложил. Все работает теперь, да? Значит, теперь закидываем сюда пластик. Вот. И у нас должен делаться кислород. Кнопочка горит, значит, все работает. Чудесно. Я даже слышу звук, как все это производится. Да. Так, дальше у нас что? А дальше мы делаем бур. Нужно еще туева куча проводов. Меня, пожалуйста, возле дома остановите. 1000 км/ч мы тормозим. Опачки. И у нас 0% кислорода. Сейчас будем задыхаться. Но у нас там на базе должно было одно... Ой, стой, 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 стой. У нас на базе должен был один кислородный баллон создаться. Там кислородная машинка должна была набурагозить что-то. Ну-ка. Давай, 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 давай. И есть! Кислородный баллон. Мы пополнили полный запас просто у нас теперь кислорода. Отличная штука, слушай, удачненько я ее сделал. Но у нас кончился в генераторе пластик. Надо бы исправить эту ситуацию. Закидываем его. На фул. Ну что, вроде бы я наскреб. Наскреб, наскреб.
цвет меда, а это значит, что у меня дофига проводков. И гравитационный крюк. О, это прям обалденно. Ну, на нее тоже надо дофига проводков. Но думаю, как-нибудь накопим. А еще смотри, смотри, что я тут увидел. Стол для починки, ну это как бы понятно. Ловушка для мусора. Вот эту штуку хочу. Нужно болтов понаделать. Так, но сперва. Нам нужно посмотреть, что для бура нужно. Электроника, пластик и металл. Электроники у меня там что-то какое-то количество было. Две штуки и металл есть. Еще последний кусочек электроники нужно. Сейчас, подожди, мы из металла сделаем. По-моему, мы можем это сделать. Так, значит, вот тут вот, у нас электроника есть. Металл есть, провода хватает. О, да, все, у нас все в достатке. Теперь я смогу, кажется, сделать бур. Еще у меня кислород кончается. Да, прикинь, у меня теперь есть бур. И, походу, я теперь могу метеориты ломать. Пополняем запас кислорода в нашей кислородной машинке. Заправляем генератор. Давай, куча пластика, отлично. И пойдем попробуем теперь бур на красном камне. Вон на том камне. Иди сюда, камушек. Камушек. А где бур-то? Доставай бур. Сейчас попробуем. Вроде должно добываться. Да, прикинь, я теперь могу ломать метеориты. Копай, добывай. Атриум, по-моему, мне нужен, или как-то так назывался камень красный. Может быть, вот здесь вот где-то. Блин, буриться, конечно, сложно и очень долго. Еще чуть-чуть. Я почти половину буру своего изнухрычил на этот камень. Итак, железную руду я добыл. Это, оказывается, железная руда была. А на кой черт мне железная руда? Мне нужна другая руда. О, фиолетовая. Подожди, фиолетовую давай попробуем добыть. А есть какая-нибудь такая, похожая на атриум? Или что там нам нужно-то было? Фиолетовая руда, это какая, интересно? Сейчас, подожди, пойду-ка я посмотрю, что нам нужно для двигателя. Какая руда, как она называется? И вообще, руда ли это? Подожди, это армириум. И это не руда, нифига, это какой-то чип красный. Почему мне тогда казалось, что нам нужно красную руду добыть? Ай, ладно, пофиг, глюкануло. Делаем, короче, болты. У меня их прямо сейчас будет огромное количество. Делаем болты. Вот, наверное... А, на все давай, гулять да гулять. На все сделали болты, вкидываем их сюда теперь. И я хочу сделать ловушечку. Так, ловушечка, есть. На ловушку нам хватает. И еще на что-то хватит. А, не, на переработчик не хватит, у меня один болт остался. Так, по ловушкам. Что там у нас? Ловушечка. Где ж ты у нас? Для ловушки эбозит нужен. А эбозит, наверное, добывается с фиолетовой руды. Точнее, метеорита. Пойдем-ка попробуем добыть. И вот эту вот штуку еще нужно, это... Электросхема, ее забираем. Берем бур. Здесь еще вот белая комета есть с какой-то рудой непонятной, минералами. Сейчас фиолетовую попробуем раскурочить и посмотреть, будет ли в ней то, что нам нужно. Давай, ломай. В этот раз я вот так вот встану. Итак, 3, 2, 1. И... Да, я подобрал какое-то это что? Эбозитовая руда. И теперь мне из нее нужно эбозит сделать. Смотри, тут есть еще вот такая салатовая и белая. Так, эбозитовая руда у меня имеется для нашей ловушки. Но она там не совсем руда. Так, ловушка, эбозит. Вот что такое эбозит? Где мне его достать? И металлическая часть? Может быть, в переработчике? Слушай, в принципе, возможно. А, еще же у нас есть чинильный стол. Подожди, давай посмотрим, может быть, на чинильном столе, это типа как верстак, я смогу что-то сделать. Хотя тут не написано, что это верстак, просто стол для починки. Железо нужно. Ё-моё. Ну, железо-то есть, но тут железо в виде слитка, а не руды. Короче, понятно. Пойдем-ка я при помощи бура попробую разломать куски, оставшиеся от нашего корабля. Это возможно сделать при помощи бура? Нет, только кирка. Эх, черт, буром было бы намного шустрее. Ну чё, давай посмотрим, что будет с переработкой. Заодно сейчас еще в гравитационный крюк закинем провода, у меня там парочку было. Так, переработочка. Добавить. Все, переработка есть. Давай посмотрим, что там для нее нужно. Где ты, наш переработчик? Вот он. Значит, металлолом, резина, провода. Ну это вообще ерунда. Сейчас быстренько насоберем, не вопрос. Усо, все нашел, все собрал. Значит, теперь переработчик у нас имеется. Стопы. Сейчас его воткнем. Он выглядит как огромный компьютер. Сейчас сюда тебя переносим, значит. Его еще надо к генератору же подключить, блин. Ого, какой здоровенный. Вот это махина.
Вот это да. Ладно, давайте развернем как-нибудь вот так вот и впихнем. Тут же как-то получится это сделать. А, во, вот так вот мы его сюда и воткнем, в принципе. Сундучок, конечно, немножечко мешается, но ничего. Опа! Какой он здоровенный. Вот это да. Использовать. Вот тебе, пожалуйста, переработка всех минералов, которые ты добудешь. Вот и эбозит, который нам нужен. Значит, вначале нам нужно подключить всю эту махину к нашему генератору. Берем кусачки, кусачечки, вот так вот, хоп. И подключаем. Получилось подключить? Что, не получилось? В смысле не получилось подключить? Один генератор на одну. О-о-о! Вот это поворот. Один генератор на одно устройство. Ну ладно, давай мы вот это вот просто отключим тогда. Отключить, перерезать. Отрезать. Вот, я отрезал. Значит, тебя... В смысле, как это? Подожди, я хочу от генератора вот сюда. Почему-то не присоединяется, слушай. Что это за закон подлости? Да не хочу я так, я хочу... Да блин, да хоть ты убейся. Я хочу отсюда вот сюда, да. И теперь еще вот... Нет, стой. Еще вот отсюда хочу сюда. Вот, теперь все подключилось, а раньше чуть не хотелось. Значит, пластик, пожалуйста, держи. Вот тебе куча пластика. Кислородик, давай заправимся. Теперь вкидываем сюда эбозит. Мне, пожалуйста, две штучки можно сделать? Две штуки. Переработать. Включилось. Есть энергия. Все работает. Чудно. Так, эбозит. Это мы сейчас сможем сделать с тобой мусороловилку. Где она у нас тут? Мусороловилка. Вот она, ловушка для мусора. Эбозит, болт и металлическая часть. Вот металлическая часть, конечно, где мне ее сделать-то можно? Пластиковое сырье, металлическое сырье, железо. Ну, короче, я так полагаю, чтобы эту пластину сделать, нам нужно построить стол для починки. У нас к тому моменту должно было переработаться тут все. И железная руда, да, взять. Два слитка, чудесно. Единственное, я не понимаю, куда все это тут сейчас пихать придется. Ну, ладно, разберемся. Значит... Что у нас? Стол для починки. Могу сделать, создаем. И я его втыкаю. Ну давай вот, допустим... Блин, куда ж тут? Места маловато. Я посмотрю, как бы нам расшириться сейчас здесь. Значит, делаем вот так вот. И со спокойной душой втыкаем наш рабочий стол. Я надеюсь, его не нужно подключать к генератору. Он же так у нас работает. Использовать. Ну, короче, как стол называется, для этого он и предназначен. Здесь я могу починить кусачки, кирку и бур, соответственно. Значит, для производства пластин, которые у нас тут имеются, для ловушки мусора, вот эти металлические части, две штуки, их нужно делать где-то в другом месте. А где, мы узнаем в следующей серии и обязательно сделаем ловушку для мусора. Если тебе понравилось, ты хотел бы увидеть, как я продолжу строительство своего космического корабля и продолжу выживание здесь, то обязательно поставь лайк под этим видео и подпишись, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых роликов, на которых мы, собственно, с тобой и увидимся, и услышимся. О, кислород кончается. Так что до встречи в следующих роликах.